Всем привет, с вами Ромашка. В моем блоге есть очень много информации о том, как я ухаживаю за своими ноготками, а также снято несколько видео. Но за время ведения блога мой уход постоянно обновляется, поэтому я решила сделать еще один ролик с новыми процедурами. Несколько месяцев назад компания Mapala меня пригласила на свой фирменный маникюр, а после надарила кучу подарков. Так вот, сейчас я вам покажу свои самые любимые средства этой марки. Для обработки боковых валиков мне очень понравилось использовать двухстороннюю пилку от Mapala. Для более грубой кожи использую желтую сторону, для нежной – белую. Две стороны этой пилки с разным абразивом дают преимущество перед керамикой, а так они очень похожи. Многие интересуются, как придать квадратную форму ногтям. Ну, во-первых, ноготь по всей ширине должен быть одной длины. Подпиливайте ровно горизонтально, по отношению к кутикуле, не виляя в сторону пилкой. Уголки слегка закруглить, чтобы не цеплялись. И квадратная форма готова. Одинаковую длину делаю, ориентируясь не на свободный край или ногтевое ложе, а на всю длину ногтя от кутикулы до кончика. Также мне очень нравится маска скраб этой фирмы. Для одной процедуры достаточно совсем маленького количества. Наношу ее на каждый ноготь. Втираю в пластину и оставляю на пару минут. Теперь с помощью воды и щетки, что идет в комплекте с маской, чищу ногти. Результат от маски похож на использование зубной пасты, но раза в три эффективнее. При регулярном использовании желтизна полностью пропадает. Теперь покажу маску для кожи рук. С ней в комплекте идет пачка полиэтиленовых перчаток. Наношу маску толстым слоем на руки и одеваю перчатки. Вот так сижу примерно 10 минут. Для повышения эффективности маски руки нужно обернуть полотенцем. После снятия перчаток немного массирую руки и смываю маску теплой водой. Конечно, лучше это делать под краном. Вот именно от этого средства есть реальный вау-эффект. Кожа на вид и на ощупь становится моментально ухоженной. Результат просто поражает даже после первого применения. А сейчас вам покажу еще один вариант из ночного ухода. Он подходит для быстрого восстановления как ногтей, так и кожи рук. На ногти и под них наношу толстый слой масла от Mapala. Оно очень питательное, а также стимулирует рост ногтей. Теперь использую крем для кутикулы. Это мощнейшее оружие в битве с сухой и грубой кутикулой. Плюс он питает даже ногти. Эффект его очень похож, как у воска для ногтей. Его я не втираю, а просто распределяю на кутикулы и боковые валики. Теперь наношу крем для рук от Mapala. О его чудодейственных свойствах я уже писала в блоге. Теперь одеваю хлопчатобумажные перчатки и ложусь спать. Я очень люблю такой союз этих средств. Кожа становится очень мягкая и нежная, а ногти после такой питательной маски просто светятся изнутри. После снятия гель-лака ногти страдают от сухости, а это одна из причин их ломкости. Я спасаюсь таким средством, как MavaFlex. Оно проникает глубоко в ногти и сохраняет их увлажненными надолго, тем самым повышая их эластичность. Его я просто наношу на ногти, жду несколько минут и втираю. Также открыла для себя еще одного помощника. Это ремувер от Mapala. Он помогает справиться даже с очень грубой и сухой кутикулой. А самое главное, совершенно не вредит ногтям. Его можно оставить хоть до полного усыхания, и ногти не пострадают.
В инструкции сказано, что он действует сразу, но это не так. После нанесения я жду несколько минут, и только потом пушером с резиновым наконечником отодвигаю кутикулу и вычищаю весь птеридний. Когда мне делал маникюр мастер отмывала, он мне показал очень интересный способ отодвигания кутикулы. При данном способе кутикула совершенно не травмируется. На апельсиновую палочку наматываю кусочек ваты и отодвигаю вращающими движениями кутикулу. Благодаря высокой эффективности ремувера, даже после таких действий кутикула отодвигается и вычищается вся сухая кожа. И при этом совсем не нужно прибегать к острым инструментам. Далее ремувер смываю водой. И можно наносить покрытие. С появлением данных средств уход за моими ногтями стал намного легче. Большое спасибо, что смотрите мои видео и читаете мой блог ВКонтакте. У меня уже набралось 20 тысяч подписчиков. И в честь этого я разыгрываю целых 3 набора моих любимых средств марки Мавала. В него войдут все продукты из видео и еще много полезных средств для ваших ноготков. Всю подробную информацию о розыгрыше читайте ВКонтакте. С вами была Ромашка. До встречи!